сыр надо купить. Все, я сделала. Сыр закончился. Какой сыр? Отправьте нам сыр. Отправь о еде, о продуктах, да? Расул, надо нам одеться сейчас, присмотреть что-нибудь. Тебе джинсы надо купить, да? Футболочку новую. Ой, какое солнышко. Не, Мансуру купим в спортивной форме. Мансурчика пока есть все. Я вообще детям вот таким вот, да, маленьким, стараюсь не покупать много одежды. Они сразу через месяц уже все маленькое становится. Зачем зря вот это вот захламлять квартиру, покупать это все. Вот такие вот дела. А отдать некому. Вот такие вот пироги. Смотрите, какое голубое прекрасное небо. Я позитивная девушка. Солнышко. Где вы, где вы? Нет, погода вообще четкая такая. 5 градусов тепла в городе Краснодаре. Приезжайте к нам в гости. Прогноз погоды. Будем рады. Будем? Мы будем рады. Ой, сейчас выходим тоже полчаса, девочки. Сейчас Мансурчика будем в коляску ложить. Он, наверное, еще минут 15 поспит, если он сейчас же не проснется. Вообще спит. Спит у нас он 40 минут. Самое большее, вот обедом 40 минут он спит. Пишите в комментариях, у кого детки как спят, по сколько часов. Мои дети, я же говорю, вообще сна нету у них. Это вот сейчас у девочек сон еще наладился. В 4,5 года у Лианы наладился сон. А так они очень беспокойно ночью спали. Всегда просыпались, вставали, что-то их не устраивало. Ну, вообще, дети сами по себе много требуют от нас. Очень много требуют. Дети требовательные. Постоянно внимание вот это вот и все остальное. Вот такие вот дела. Так, еще хотела кое-что сказать, девочки. У кого ассоциации какие с Новым годом? У меня, честно, вот последние 2-3 года ассоциации с Новым годом не особо хорошие. Так что мы даже в этом году елочку не будем ставить. И особо отмечать тоже не будем. Вот. Дай елочку тоже, Мансур. Да, елочки тоже здесь хватает. Красота. Да, зачем нам ставить дома пылесборник натуральный? Не будем ставить елочку, все. Вот так вот я решила. Пишите в комментариях, у кого какие впечатления и любите ли вы Новый год. Вообще любите вы Новый год, давай, этот праздник? Все, давай сейчас заходим. Привет. Привет. Я хочу туда. Ну что там? А, там рисуют? Сейчас девочки вот рисуют. Ляна, солнышко, небо нарисовала. И травку, умница. А Фатима машинку? А, печенье хорошо рисуете. Сейчас девочкам будут задания задавать. Подождите, пока не берем карту. И они будут угадывать там что-то, не знаю. Рассказывать. Ребята, каждый по очереди переворачивает две любые карточки. Ага, Лена молодец, начала. Это кто? Вена. И давай любую другую. Я вернулась. Здорово, я очень рада. Мы играем в игру «Найти парк». Это кто? Утята, да? Они не образуют пару, да? Переворачивай обратно. Давай. Отвечай. Давай, теперь. Лен, стой. Это зайчик. Давай, переворачивай все обратно. Подожди. Диана, подожди. Вот еще зайчик. Это большой зайчик и маленький зайчик. Это пара. Да. Забирай тогда. Все. И складывай их вот сюда. Ищем следующих. Так, давай, теперь твоя очередь. Давай, переворачивай. Ну что это? Это кто у тебя? Это конь. Да, конь. Какой еще? Все, переворачивай. Все, уже. Все. Катя, ты не тесто, ты чё? Это уже не тесто. Ну, она самая маленькая. Да. Ага.
Все, убираем их в сторону. Теперь кладем на их место другие. Марина, давай. Тебе нравится, Фати? Да. Девочки, всем привет еще раз. Я в Киабе, вот смотрю. Обновочки хочу себе новые. Не знаю, какой-нибудь другой стиль я хочу чуть-чуть. Хочу чуть-чуть такой спортивный стиль. Смотрите, вот такая вот кофточка. Со звездами она или что здесь? Да, здесь звездочки такие мелкие. Футболочка мне очень понравилась. Вот такие вот брюки, смотрите. Такая полосочка. Серенькая полосочка такая. Ну, они больше такие спортивные брючки. С кроссовками. Ну, как раз, да, вот для мам. Вышел быстренько. Оделся свободно. Как вам? Пишите в комментариях, как вам футболочка. Мне нравится, я ее возьму. Вот такая вот горловина. Хлопок. Брючки, подумаю. Так, вот еще один образ. Смотрите, вот такой вот беленький свитшот. Магик. С такой радужной, видите, аппликацией. И черненькие вот такие вот джеггинсы. Не видно, правда, их. Как вам, пишите в комментариях. Девочки, вот еще, смотрите, вот такая вот верхняя. Курточка, жакет, что это? На кнопках. Мне она понравилась. Смотрите. Интересная такая. Взлазь тоже интересная. Джинсики светлые. Как вам? Ну, я пока в первый магазин зашла. Посмотрим. Я это еще присматриваюсь. Максю! Считаешь? Ляна, типа. Ляна, куда пошла, Лян? Куда пошел? Нельзя. Сюда иди, сюда. На. Ну-ну-ну. Куда? Ой, убегай. Ой, убежал наш Мансур. Нельзя. Хулиган. Расскажи. Расскажи, Мансур. Всем привет! Вот такую вот футболочку я купила в Киабе. Смотрите, чистый хлопок с таким звездочком. Я ее примеряла, вам показывала в примерочной. Вот, я ее купила. Еще я купила вот джинсики черные New York. Так, они у меня, видите, я их одевала. В общем, вот такие вот классические черные. Я их буду обратно отдавать, потому что они сильно стягивают. Ну, это нормально, конечно, но для меня они слишком обтягивающие, и мне не понравилось, как они сидят. Там в примерочной было как-то, да, вот как бывает, одеваешь, красиво смотрится, завышенной талией. Но вот в этих местах, где бедра, они сильно стягивают.
Так что и вообще я захотела светлые. Буду менять.